Сразу два студента Поволжского государственного колледжа погибли в разных ДТП в конце октября под Самарой. Чтобы еще раз напомнить подросткам о правилах безопасности на дорогах, полицейские и общественники провели с ними краш-курс. Тема соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения очень важна, особенно для подрастающего поколения, для ребят молодых, студентов, которые вот-вот уже отучатся на водительские удостоверения, приобретут свои автомобили. И это мероприятие очень важно в том плане, что ребята должны осознавать всю ответственность, которая ложится на их плечи при приобретении, получении водительского удостоверения. Читать лекции учащимся колледжа не стали. Сотрудники ГИБДД Самары и общественники подготовили видеоролики, игровые и с мест совершения дорожно-транспортных происшествий. И лучше, наверное, чем тысяча слов, лучше один раз показать реальную картину, реальные дорожно-транспортные происшествия, которые происходят на дорогах города ежедневно. Для того, чтобы студенты понимали всю серьезную ситуацию, которая может произойти на дорогах нашего города. Неутешительная статистика показывает, только за 9 месяцев 2023 года на дорогах города Самары произошло 111 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Погиб один человек, еще 118 получили ранения. Чтобы снизить печальную статистику, и проводятся подобные встречи. Это очень важно. Это в первую очередь безопасность наших детей, это здоровье наших детей. И выходя после школы, ребята понимают, что они стали взрослыми, у них другой уровень ответственности, но тем не менее они остаются все равно еще долгое время, детьми. И пытаясь играть во взрослых, порой совершают непоправимые ошибки. Такие краш-курсы проводятся не только в учебных заведениях Самары и области, но и по всей стране. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.